купила Ангелине булочку. Бельтан Медо, да. Покупаешь одну булочку, и тебе бесплатно вот такой круассан дают. Очень вкусный круассан, вот так в Корее поправляются. И не хотела круассан, а дали бесплатно. Придется есть. В корейские супермаркеты очень опасно ходить, если вы на диете. Здесь все-все-все дают пробовать, все дают бесплатно. И накормят тебя, хочешь ты этого или нет. Это всякая сушеная рыбка. Смотрите, какая красота. И было бы мне счастье, будь она соленая, но она вся сладкая. Корейцы едят сладкую вяленую рыбу. Очень сладкую. Это все молочное дело. Молока очень много. И корейское молоко безумно вкусное. Всякая курочка. Кишочки. Вот это кожа. Кожа свиньи в остром соусе. Это очень полезное блюдо, потому что это сплошной коллаген. Кореянки очень-очень много едят эту кожу свиную. Вот всякая курица. Остренькая, маринованная. Просто жареная во всяких разных соусах. Также здесь есть суши. Вот одна упаковка суши стоит около $10. А если вы придете вечером, она будет стоить полцены. То бишь утром цена такая, а вечером перед закрытием магазина по бросовой цене все это распродают. Потому что на следующий день это уже будет негодная еда. Там у нас идут всякие полуфабрикаты. Я, наверное, не буду по ним ходить, по полуфабрикатам. Так как я по ним и не хожу никогда. А это панчаны корейские. Корейские панчаны, закуски такие. Уже приготовленные, готовые. Раньше хозяйки сами дома все это готовили, а сейчас все это можно купить. Очень много овощей. Вот это папоротник. Всякие корешки, всякие листики, перепелиные яйца, кимчи, маринованный чесночок. В основном это все овощи и морепродукты. Анчоусы. Анчоусы всех размеров есть, от самых маленьких до крупных. Вот они есть с орешками и много-много-много всего другого. В общем, целый отдел панчанов. Можно самим ничего не готовить. Вот так выглядеть должен корейский стол накрытый. Очень-очень много панчанов, примерно 10 штук должно быть. Плюс к основному блюду к рису. Это икра, соленая икра, очень вкусная. Все можно попробовать. Вот видите, я могу взять палочку и любой панчан попробовать. Безумно вкусно. Здесь уже продается маринованное готовое мясо, которое дома нужно будет только пожарить. И тут же вы можете его попробовать. Вот его жарят здесь и дают пробовать. Вот так круто. То есть вы не покупаете кота в мешке, вы покупаете уже то, что вам понравилось по вкусу. Если хотите, могу вам показать цены на корейскую говядину мраморную. Корейская мраморная говядина считается лучшей в мире, так же, как и японская. По той же технологии ее выращивают. И 100 грамм стоит $9. Но вы можете всегда купить или американскую, или австралийскую говядину, и она будет дешевле стоить. А вот эта мраморная говядина корейская уже стоит $14 за 100 грамм. То есть за килограмм это будет $140. Вся она по цене различается. Это еще не самые дорогие сорта, не самые дорогие части этой буренки. Австралийское мясо стоит намного дешевле. За 100 грамм всего $4. В 2-3 раза примерно дешевле. Это отдел с морепродуктами. Здесь уже такие полуготовые блюда продаются с соусом. То есть это свежие живые кальмары, но уже соусом политы, их дома нужно будет просто пожарить. Есть вот такие живые крабы, из России к нам приехали, а лобстеры из Америки. Вот здесь сушеная рыбка продается, всякая разная сушеная рыба. Зазывала, как на базаре, как на рынке. Эту же рыбу можно попробовать сразу.
свежие устрицы. Морской Аполлон, морское ухо, да, называется? Также можно сашими купить в Имарте. Вот такая порция сашими стоит около 40 долларов, 35 долларов примерно. Сашими из тунца стоит около 20, чуть больше 20 долларов. Здесь вот можно жареные грибочки попробовать. Ой, какой запах, товарищи, я как будто в лес попала. Вот здесь прилавок идет с грибами. Не все грибы в Корее вкусные, в основном они как мыло безвкусные. Но те, которые подороже, они просто безумно ароматные и очень вкусные. Вот такие вот грибочки. Вот такие вот цены. Я бы не сказала, что цены дорогие. Цены довольно таки дешевые. 1-2 доллара за упаковку грибов. По корейским меркам это очень-очень-очень скромные цены. И тут же блюда из них готовят и угощают всех желающих. Так, здесь у нас картошка. Картошка в Корее 900 грамм стоит 3 доллара где-то. Чуть меньше 3 долларов стоит килограмм. Но нужно учесть, что картофель для Кореи – это далеко-далеко-далеко не основное блюдо. Корейцы картошку едят очень мало. Всякие салаты со всякими заправками. Открою вам секрет. Для корейцев вот эта редиска идет только в украшение какого-нибудь салата. На вкус для корейцев редиска считается очень невкусной. Также для украшения салатов идут всевозможные цветочки. Это съедобные цветочки, их можно есть, они полезные. И ими украшают салаты. Потому что для корейцев то, как выглядит это блюдо, очень важно. Также есть наш укроп. Он тоже идет в качестве декора только. Есть они его не едят, просто украшают укропом. Поэтому он стоит 1,5 доллара за такую вот упаковочку. Брокколи? Будешь брокколи? Ангелина любит брокколи у нас. Брокколи стоит 2 доллара примерно. Вот такая вот одна штучка. Всевозможные заправки из натуральных фруктов. Очень легкие. Ягодная заправка. Всякие дрессинги. Киви. Ананас. Йогурт. Ангелина хочет... Ананас. На. Сачука? Ананас продается очень удобно. Уже вырезаны из него все ненужные вещи. И его просто можно употреблять сразу. Вот так все удобно в Корее продается. Ничего не нужно самим делать. Здесь можно попробовать киви. На. Киви. Клубника началась уже. Вкуснее этой клубники вы нигде в мире не найдете, даже у себя на даче. Тальгида. Господи, какой запах. Просто можно сойти с ума. Сейчас еще сезон хурмы у нас. В Корее очень много своей хурмы. А деревья хурмы, они просто по обочинам дорог здесь растут. Тут продаются опять листовые овощи, без которых ни одна корейская трапеза не обходится. Листовые овощи корейцы едят в огромных количествах. Белые яйца всегда самые дешевые, коричневые яйца почему-то дороже всегда. В общем, белые яйца 15 штук стоят 3 доллара где-то. 3 с копейками. Сейчас яйца у нас подорожали, потому что недавно какая-то болезнь на них нашла. Но самое выгодно, конечно, брать вот такие большие упаковки яиц. Если у вас семья ест много яиц, то выгоднее брать вот такие большие упаковки. Но мы берем маленькую упаковку и все равно выкидываем, потому что никто у нас особо яйца не ест дома. Мы видим, что здесь продаются уже порезанные всякие овощи для всевозможных блюд. Это для тех, кому лень просто порезать овощи. Еще это выгодно, если вы на один раз берете приготовить, так как мы это делаем. Я всегда так делаю. Я беру уже блюдо, где все порезано, где есть соусы готовые. И их просто нужно набросать в сковородку или в кастрюльку и приготовить.